Добро пожаловать, мальчишки и девчонки, с вами ваша магическая хвостатая девочка-волшебница Невермор, и мы продолжаем с того же места, где и закончили, то есть в литейных стали стражи. Итак, мы порешали титана, который вообще говно, а не титан, прям откровенно скажем, вот вообще не впечатлил, а немножечко поломали вот этих вот стражей стальной стражи, то есть поломали настолько, что их затипало, что называется, в одном стоящем положении. Он башкой вертит, стоит на месте, но он уже мертвый, он сам этого не знает. Адское что-то, что-то. А, но мы почитаем. Компонент Аутоматона. Голова принадлежит Аутоматону, который встречался в подземье. Но как он здесь очутился-то? Действительно, на фабрике, где их производят. Вот как это могло произойти? А, твой тип любопытства. Прочитаем записочку. Горташу. Новобранец Дроу принес любопытный предмет из подземья. Понятия не имею, для чего эта вещь, но это явно штучка из тех, что тебя обычно забавляют. Поэтому отправлю тебе со своими лучшими пожеланиями Кэтрик. Эх, Кэтрик, ностальжи просто полнейшая. Когда-то ты нам казался сильным. А теперь мы ломаем вот таких вот. На изи-пизи. Еще немножко адского сплава. Кто бы сказал, зачем он нужен? Ну, возможно, кто-то и сказал, а я пишу эпизод наперед, поэтому не знаю и не узнаю. Дойдем своим умишкам. Я погащенный адское железо. Серьезно, Карлах, твое железо ты таскай. Какого черта мы это делаем? Просто скажи мне. У нас что, на жопеньке написано, что самое грузоподъемное? Нет. Самое нежное, прекрасное адского железа у нас просто вагон и малая телега. Нас должны уже были принимать за вот это вот порождение бездны. Так, есть еще. Ох, да черт ж мы тебя дошли-то. Причем всякое разное, не заразное. Тебя сюда, тебя здесь, вот что такое. До 87 разгрузили, никогда так не разгружались. И да, Карлах, раз мы на этой теме, я, наверное, лук-то волшебный, кого он там завалялся, у Шедухард, что ли? Который мы сняли с тела Титана. Вот это вот, Гонтармаэль. Я тебе, наверное, его отдам. А у тебя тут лежит какое-то не пойми что. Одноручный арбалет адского пламени. Не, ну хорош где-то, но к адскому пламени иммунитет тут по у последнего хомяка есть. Стражники центра управления песнь мозга. Почитаем мы и то, и другое. Сюжет наше все. Ой, там мозги в баночках. Личный дневник, написанный профессиональным почерком чертежника. Строки последней записи сильно отклонены, и каждую букву я написали под большим нажимом. Ни за что нельзя больше попадать на ночное дежурство в центре управления. Никогда. Механизмами никаких проблем, конечно. Эти кондитские и литийские устройства работают без сбоев. Но по ночам, когда стражи не заняты сложными задачами, их мозги... Огон всемогущие мозги, они шепчутся. Их псионическое бормотание объединяется, сливается, и потом мозги поют. Песня невыразимая, печальная, смертельно мелохаичная. Если я ее услышу снова, то не смогу просто пережить. А мы ее, если что, слышим. И да, кувшинчиков с мозгами здесь много и маленькая тележка, что называется. Стражники центра управления. А раз Титан заработал, больше нет, чем держать охрану и слуг Бэйна в центре управления. Это не только бессмысленно, но и опасно. Отныне защита поручается стальной страже. Не суйтесь туда. Да, не срослось немножко. Что за клапан? Спросили бы мы, и мозги закончились все коллективно, дружненько. Но мы не могли не провернуть этот клапан. Потому что они реально всенечески поют. А где-то еще один рычажечек. И май, какое оно огромное. Так, рычажечек номер два не обнаружен. Жмых всех фаерболами, такое все желание. Гномик волшебный, скажи мне ты что-нибудь хорошее. Например, как нам подлечить нашу Карлах с помощью этой всей гребаной литейной. Гандиец Занер Тубин. Нейроцит. Я слышу его гудение. Такое знакомое и болезненное. Я помогал в разработке стальных стражей. День и ночь трудился над первым двуногим прототипом. Думаю, уместно, что все закончится именно вот так вот. Я уничтожу не только стальную стражу, но и литейную целиком. Этого места, когда я с ним закончу, останется только щебень и дым. Ну что, вперед?
А что ты собираешься делать? Как и саму литейную. Внешний корпус нейроцита практически невозможно пробить. Но его внутренние системы очень нестабильны. Я брошу огонь на него изнутри. Можно было бы подумать, а чё бы нет, давай. Гонд, твой молот станет моим мужеством, а твой горн моим сердцем. Бомбу сэкономили. Сэкономили же, да? Заметьте, гномик за нами не бежит. Мы люди добрые, но ох, ты ж маханула так, а... Выжил таки, смотри, а. Это было представление, конечно, дорогуша, да. Стража под этим на улице, литейная. Что ж, больше она не будет портить этот прекрасный город своими мерзкими порождениями. А, это гномик, который нам Бимбу давал. Надо еще не конец. Пока жив, хотя бы не паразит Гандис. Угроза Вардам Бадора останется реальной. Выбран довольно. Гандиса больше нет. Я последний. Ты победил. Забирай город. Пусть клан Железной Руки получит власть. Я хочу просто вернуться домой. Спокойно плакать дочку. Так мы же ее спасли же. Из завода все сдернули. В смысле, чё? Ну ладно. А другой вопрос, как насчет Горташа? А, не-не-не. Черт с ним, Турбин прав, все кончено. Я тебя умоляю. Если Гандит скажет, что небо синее, я выгляну на улицу проверить. Турбин будет лгать, пытаться манипулировать до последнего издыхания. Убей его. И это сделают гадальцы. Вульбрин, достаточно. Я не желаю смотреть, как ты отравляешь свою душу. И блестящее будущее, которое открывается перед гномами Железной Руки. Я был уверен, что это гномы Железной Руки испортили тебя, Вульбрин. А теперь я думаю, может, все было наоборот? Убей Тубина, и ты убьешь все, что мы любим. Взаимовыручку, соперничество, решение проблем силой разума, творчества, изобретательства. Мне все еще хочется верить, что ты выше этого, Вульбрин. Но даже я сомневаюсь. А может быть, гномам Железной Руки нужен новый предводитель всего дворянства? Что скажешь, Барк? 15. Ну, вроде не сложно. С Шэдоухард мы сейчас накидаем бонусов, аж бегом. Аж на 28. Я думаю, ты права. Они заслуживают вождя, который будет направлять их на созидание, а не на разрушение. А это кто-то вроде меня. Я не могу спасти от тебя самого, Вульбран. Это ужасно больно. Но я не могу. Если тебе так хочется, можешь выкинуть свои ценности в помойку. Но не выбрасывай вместе с ними клан Гардала. Это просто смешно. Гардальца убить его. Да как вы смеете? Вы трусы. Гандийцы признают Барка Рута. Это твоим гномов Железной Руки. И надеются на установление нового мира между нашими сторонами. С тяжелым сердцем. Я исключаю Вульбрана Бонгла из наших рядов. У тебя есть время до рассвета. С первым лучом солнца ты уйдешь из города, Вульбран. Со всех сторон я ждал предательства, но чтобы от тебя, маленький Барк, от мальчишки, что вышел со мной из подземья и прижимался, словно испуганный заяц. Когда мы встретимся в следующий раз, мой молот расколет твой череп надвое. Клянусь. А в целом, не считая некоторых убитых и несчастных дочерей, и всех гандийцев, которые почему-то умерли, неизвестно от чего.
Мы вроде как выполнили Mission Completion, сделали все хорошо. Давайте посмотрим на карту, что у нас еще осталось. Две меточки вижу. А меточка номер один, куда ты ведешь? Дьявольская доля вернуться к Хелсик с латными рукавицами. Смешно, да? Хелсик мертвая вообще-то. Хотя, если нам говорят, вернись, то чего бы не вернуться-то? И меточка номер два, которую я немножко протерял. От слова реально, где она есть? Еще один тайничок. Слушайте, на тайничку прям самое не балуйся. Такая одна, а вот вторая. Показать Возу орфический молот в подземном городе. Сообщить Возу, что орфический молот у вас. А знаете что? У меня появилась такая мысль, ну, не глядя на вот эту вот закрытую зону, которую мы еще не облутали. То пора бы, ну, поговорить еще с Гортышем. Не, ну а что? Вот на полном серьезе-то. Орин нет, Кетри Которма нет. Стальной стражи Гортыша тоже нет. Тут мы плюс-минус уже с ним на равных. Это очень даже неплохо. Не, может, конечно, у него какая-то мега-архимутация есть. Но если мы с ним порешаем в долях две трети нам, одну треть ему, по количеству камней, то чего бы нет. Нас устраивает править миром вообще даже здесь. Стоп. Так мы ж тебя убивали. Шествие в ад обычно получается в один конец. Особенно, когда путешественник там такой шутер, как ты, наводит. То, что варёга была ясна сразу, но я думала, что ты убийца. Смерть Рафаэла по земле исподней надела шуму. Редко случается, чтобы просто смертный приключил дьявола его калибра. Надеюсь, что со всеми своими приключениями ты не забыла нашу сделку. Перчатки у тебя? А может, мы не ее убили? Но похоже было. И мы держим свое слово, да. Отдай их, и сделка будет исполнена. Больно, но забирай. Ну, спасибо большое. Мы тут всегда будем рады твоим денежкам. И тебе, дьявол-убийца. Задачка завершена. А ты мне их не продашь ли часом? Нет? Что у тебя есть на продажу? А, перчатки-близнецы, перчатки зачарованного чего-то там. Я так думаю, что если мы тебя убьем, то результат будет такой себе. Ну ладно. Обойдемся зельями тем, что есть. А сами пойдем спросим по квестам. Что мы такое заметили? Внимание, успех. А что это здесь такое? Череп чудовище, наверное, бутафорский. Голова проделала долгий путь. Она принадлежит дьяволу смерти с плана мертвых. Похоже на ворону переростка. Так вот, возвращаясь к интересному. Задание. Уничтожь старший мозг. Ну, такое все. Стальную стражу мы уже убрали. А сбор союзников. Собрать на битву секты Абсолют. Да вот, добить нитрийский камень Гортыша. Обдумать предложение Гортыша. Мы завладели нитрийским камнем Орин. Мы должны показать его Гортышу, если согласны его предложению. Да мы тащим-то... Пардоните, как бы... И предложение-то не слышали. Вот, мы можем посетить церемонию возведения Гортыша Сан. Ну да, герцога там немножко заразили личинкой, но и что с того? А другой вопрос, наша пылкая подруга. Гортыш принял титул. У Карлах будет шанс разобраться с ним на церемонии. А, то есть Гортыша все-таки придется порешать. А хотел с ним задружиться. Другое дело, что вот, мы про Шедухард совсем забыли. Мы нашли советского соглядателя по имени Ферг Дрогер. Он рассказал, что монастырь спрятан в месте, которое зовется Домом Печали. В нижнем городе Валаат Балдура. Ты часом ли не Дом Печали? Дьявольская доля. Ладненько. А с какого же жаражна там на меточке не дают? Куда идти?
Или мы тупо не знаем, где это находится. Давайте займем с Ревингтон тогда. Просто ради интереса. Дочь тьмы. В нижнем городе врат Балдура. Ну, более нижний город, чем нижний город. Вот это мы не знаем. А, дом печали. Васильского ворота. Возможно, это здесь. Мы все пытались, так и не дошли. Сейчас попробуем. Не то чтобы старший мозг ломал все. И да, стражи отключились, немножко валяются по всей окрестности. Вот сюда нам нужно в старинный Горлоу. Нет, не старинный Горлоу. Довольно заколоченное место. И запертое. Смотри-ка, здесь какие-то людишки есть. Клед и Ятло. И еще кто-то. Андреэла. Чучело, я не знаю, кто вы. Но дверь у вас явно дофига лишняя. Ну там же не написано, что нельзя, там просто заперто было. Здравствуйте, друзья мои. Тебя сюда не звали. Честь под моей защитой. Я не дам причинить им вред. Внемли мне, подлое создание. Иди в свою адскую дыру, откуда ты вылезла. А, вообще-то меня зовут Невермур, и красивая девочка-волшебница. Не слушай. Вдруг влаг, который нас оплодывает чарами. Режется. Дай мне сил сбелить плоть этой твари и жнышку сюда сла. Прочь, чудище. Твоя мать Карга не имеет на здесь власти. Воу, на вас охотится Карга? Мы с ней уже дрались. Это даже правда. Стойте, халят ничего не лжи. Так ты говоришь правду. Вы били с Каргой. Успокойтесь, друзья. У нас, кажется, появился союзник. Прости паранойю, но нас преследует злобная подлая Карга. Мы боялись, что ты и служишь. Одну из нас она прокляла. На очереди может быть кто угодно. А почему же нас преследуют-то? Мы осмелились на недопустимое, дать ей отпор. Видишь ли, мы тут все стали жертвами коварта, области Карг. Но мы не впали в отчаяние, мы выстояли. Спасибо Майрине, она нас главная. Вместе мы стали помогать другим, кто угодил в лапы к Каргам. Вот только Майрину прокляла злобная Карга. Нас преследуют. Да, Майрина, я ее помню, ее держала вся тетушка Этель. Тогда ты ее спасла. Ты проникла в черное логово, Этель. Глазам не верю. Она видит ничего особого. Оскорбила в лучших чувствах нашу красную жипеньку. О, Хельм, может быть, есть еще надежда. Если кто спасет Майрину, то это ты. Вверху, но имя в виду, она сильно изменилась. Она жрала на ночь, отъела ляхи и щеки. Так таких сейчас Мию с Алабама сбе избирают. Ой, Марина и Коннор Винтерблад. Я так понимаю, что нам нужен разговор с животными, чего у нас уже расово немножко нету. Гав. Серьезно? Маринушка, ты меня помнишь? Вроде бы, да? Осмотреть Марину. Тут даже бонусы не помогут. Марина часто моргает, и он пытается что-то сказать. Да-да, что такое? Слушай, подруга, у тебя разговор с животными нет, ты ж друидушка. Shadowheart? С мертвыми есть, с животными нету.
И кто там ржет и титьку колотить? Зомби говорит гррррррррррр. Так, что написано? Вылечить Марину. Погодите, у нас же Shadow Heart есть, который проклятие снимает. А ну-ка, подруга, снимай проклятие. Да, смотри, на изи-пизи. А тебе удалось снять мое проклятие. Досадно. Хотелось поиграть подольше. Тетушка любит, когда игрушки ломаются. Не порадуется, что мне пришлось пачкать руки. О боже, подозрительный ящеролюд, как это? Рептилоид оказался под лицом. Отвечай, негодяй, кто это такой? Кто я, не важно. Важно только тетушка. Они хотят увидеть тетушку Этель, у них книга есть. Я умру, но не позволю никому коснуться ее лоска на ее голове. Да, тебя, похоже, зачаровала карга, ты несешь не весь что. Ты не представляешь, как ошибаешься. Я служил ей не один десяток лет и буду служить еще столько же. Такс. Во-первых, здесь какой-то... В смысле, он трансформировался? Чьи-то? Это было слишком резко. Ятло. Кровожадный красный гномик. Большая бабаха. Смотри, какой огнеустойчивый, а. Ну ладно, мы не гордые, мы и так запинаем. Карлашенька. Резубец. Сделай пробитие. Ах да, перчаточки-то не у нее были, поэтому все окей, у нее ничего не поменялось. Джахирушка, я даже не знаю, что ты можешь сделать, но попробуй его жмыхнуть молнией там волшебной. Не задевая всех остальных. Тут можно было немножко прогнившие доски обрушить, и странно, что под нами их не обрушили. Это было довольно просто и довольно быстро. Ну что, Маринка, жива цела орлица. Вот же лживый, падлый, чешуйчий этот сукин сын. Спасибо, что притесла мерзаться. Ты меня дважды спасаешь. Не иначе, когда ты мой хранитель вообще. Рогатый. Да, и мы тоже рады тебя видеть. Взаимно. С нашей последней встречи многое изменилось. Я устал чувствовать себя беспомощной дурой. И решила, что больше не буду жертвой. В этой группе все пострадали от карги, выжили. Как я сама. И собрала их, чтобы мы могли дать отпор. Нам удалось выследить каргу здесь, в городе. Но след потеряли. Она похитила маленькую лоли-девочку. Да ты что? А ну-ка, что же, где же? Ничего не известно. Ее мать понятия не имеет, что случилось. Бедняжка надеется, что ей поможет кулак. Стоит мне заняться поисками про вашей девочки. Я тут же ощутила на себе внимание карги. Моргнуть не успела, как стала. Я хочу помочь и поговорю с матерью для начала. Спасибо. Когда с нами, ты сможешь застать каргу врасплох. Загляни в сундук в глубине дома. Лору можно найти Василисковых ворот возле Става Кулаков. Удачи тебе. Награда. Отдают посох прерывания. Прерываться вредно для здоровья. Давайте дело до логического финала. Во-первых, во-вторых, Shadow Heart. Вопрос всех вопросов. А, ты не можешь. Нужно еще к третьего левела зомби расколдовать бы. А собственно, что ты не можешь-то? Все ты можешь, отдохнуть хорошечно и будет... Длинно отдохнуть. И все будет окей по теме. А Джахейру мы пока что поменяем. Найдем мы Минска, не найдем мы Минска, дело такое. Нам нужен Сосарион
Так, не крылатая баба, сосаренных бог, ты мы как наш карлак-то огнит. А где... Вот она. Уилл, бедняжка, думает, что мы к нему подойдем, поговорим, да? Чернева, скажи спасибо, что мы тебе кровать выделили. А не постилку на полу. А жди лагеря. Вполне. Сосаренчик. Погнали. Одевайся, готовь свою шикарность вампирскую. Да, пойдешь с нами и все такое. Кстати, он после Вознесения стал менее занудным. Раньше он делал, что вот, вот там. Хочу, не хочу, пойду, не пойду. Перегруз. Че тебе перегруз-то? Одеяние, плетение. Уж и духа от перегруза нет, пускай таскает. Все, все в теме. Отдыхаем, наслаждаемся. Доедаем последнее жралово. И нежно отсюда валим к новым приключениям. Бедняжка Гортош, он там откладывает свою церемонию восхождения на трон. Раз за разом, постоянно. Главное, жвик-то из высокой башни. Дичь творится в этом городе, но нет же. А что нам нужно? Спасти Ванру, поговорить с Лору Васильковых ворот. Васильковые ворота. А вот они. Может, что еще и по шеду хард найдем. Так, вернулся в драконий переулок. Не-не-не, на вот сюда. Да, реально вся стража обвалилась. А ты из нас кто? Лора, вот. Сколько раз повторять? Вы прислали сообщение с цепки, сказали, что я должна зайти по этому поводу к вам. Конечно, мадам, уважаемая. Да только... Простите, что вам здесь нужно? Это шутка какая-то. Вы хоть представляете, что со мной творится? А ты Лора, у тебя пропал ребенок. Да, да, Иван зовут. Это тупая никчемная кулачиха говорила, что есть зацепка. А ведь так, будто в туман грязно дышалась. Уважаемый, скажите, вы говорили, что ее украли из таверны? Замечаешь, что вокруг огненного кулака бьется ее заметная нить магии. Да, да, из таверны, из русалки, что причала. Я вам 100 раз говорила, вы не слушали. Осмотри огненного кулака. Ну если уж мы в магии слабы, то я же не знаю, кто это делает. Кто-то или что-то влезло не в память и устроил там основательный разгром. Постойте, о чем мы говорили? Что? Что происходит? Я с ума схожу. Кто-то попортил ей память. Может, это карга сделала? Карга? Невозможно. Какая тварь не отпилится войти в город? Не пугай меня. Что карге нужны от моей Варны? Она просто потерялась, вот и все. Родных нет, семьи тоже. Ванра без отца растет. Тогда я отыщу твою дочь. Да, спасибо. Я глаз не сомкнула, как она пропала. Не ела, не пила. И Ванра. Ей 7 лет, волосы рыжие, как у меня. А в русалке сидели недалеко от доков. А тут пропала. А кто с вами еще был? Ну, знакомых никого. Я трезво была, слово даю. Иногда заходила горло промочить, но долго не сосиживалась. Но свидетели-то должны быть. Конечно. Вышибала видела, боссман Ганнет. Эти карусалки тоже капитан Гризли. Но ни пальцем не пошевелили в поисках. Отправляюсь немедленно. Так, говоришь, русалка это называется. Особняк, фейерверк, берег, свалки, док, старин, еще. Дуги, серая буква, сообщество, особняк, элерантия. Теписнею спросить, а где у вас эта гребаная русалка-то? А, вот здесь, зоне, в которой мы так и шли-шли и не зашли. Ладненько, от ворот Нижнего города. Шли помогать одной девочке, помогаем другой. Я вот что хочу сказать, у нас там... Немножко совсем чуть в лагере Лулю девочка есть.
у которой как бы мама пропала. Я ни на что не намекаю, но может быть это одно связано с другим? Может, Карга так поражать решила? Карминовые настойки заколочены. Надо бы за этим. Вот это похоже на таверну. Очень даже бухательное заведение. Так, бежим, 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 бежим. А где мы потеряли Сосариона? А Сосарион у нас немножечко... Чем ты перегружен, боги? Зачем ты с собой меч императора таскаешь? Так. Хотя не, меч императора хорошая штука. Выкинь что-нибудь другое. Светящийся доспех. Вампиру как бы не камильфо. Все? Разгрузился? Молодец. А теперь вот сюда, вот таверну. Пока наши бегут, смотрим. Парк Блумридж, бутик Многоликого, мы так и не нашли того, что хотели. Где это, чертова, дом Надежды для Shadowheart? Не Надежда, господи, это... Вы поняли. А, говорите, вышибала тут... Можешь что-то помнить. Смущенная русалка. Вот, Бутман Ганнет. На бал не ссать, по углам не срать. Чё раз бьёшь, сломаешь, заплатишь. Драку зайдёшь, когда он гризли лично за тебя навертел. Ясно? Она похожа, что мы ссым по углам? Не похоже, мы так делаем. А, хорошо. По поводу пропавшей девочки, Вандрой зовут. Да боги, не столько это. Ты чё будешь ножом размахивать перед носом, вылезешь от тела, как пробка, ясно тебе? Что за вопрос такой? Да баба это психованная Лара или Лора, как это звали. А раз уж ненормальная. Ее дочка пропала. Бардак устроила. Он Гризли ее вышел вон, искать ее дорожка. Так, я немножко не понял. Получается, еще. Кувшин с пивом, наверное, вот здесь, да? Вопрос со звездочкой. Что нам нужно сделать? Обследуй смущенную русалку. В подвал что ли зайти? Может, у них там это педофильский данжен? Бухие посетители, И когда он гризли? Нельзя оставить, когда она пока подана. А, привет. Это Гризли, кто нас слаган. Чем могу сложить? Насчет девочки пропавшей. А, только не это. Лора, правда, была здесь, бухала как не в себя. Она была одна. Не говори, ребенка, где не было помине. Когда мы пытались вывести ее, знаешь, что она делала? Кинулась ножом на нашего бармена. Ты понимаешь, что это она тебе не рассказала, да? Да, как-то немножко упустила. Если здесь не дочери Лоры, то где же она? Да без понятия где. Шутка в том, что ни одна живая душа, включая меня, так называемую Вандру, вообще в глаза не видела. Слушай, я эту Лору давно знаю. Она плавала с Бартом черным кинжалом. Говорит, выбросила за борт за то, что прыгнула нашего боссмана. Да, давай решительно ничего против не имела. Русалки рады каждому, но угрожать моим людям. Заявляю, что мы похитили ребенка. Крыша поехала. Еще раз такое сделает. Да не что-то сделать нужно будет. И что ты предлагаешь? Есть только один способ заставить ее заткнуться. Опасно. Не знаю, что дошла до этого. И заплачу целую кучу золота. Если кто-то ее от меня и от нее избавит. 3000. Да ты еще осатанила, не буду твою грязную работу делать. А, так это уныло. Я хотел цепить на твою душу без твоей невинной матери. Ну что ж, придется мне украсть колонну твоими внутренностями. Они будут прекрасно сочетаться с узорами на моем новом ковре. Ты Карган.
Да, она карга. Это было так просто и банально, что даже не интересно. Здравствуй, Цветик. Скучала по мне? Я тебя уже один раз отпустила. Не стой меня на пути. Ты поиздевалась надо мной, маленькая дрянь. Ты в моем же доме. Думала садить тебе с рук? Марина улизнула от меня вместе с ребенком. Из-за тебя. Не нужно было найти другого. Малышка Ванра такая вкусненькая была. Ты чё, сожрала её, подлина? А, Цветик. Потом будет благодарна мне сама. Ванра сидит в меня животики, селенок набирается. Идёт время, и изрыгну её. У меня будет юная ученица Карга. Но, к сожалению, из-за этого я пока пребываю в низко стеснённом положении. Я бы с радостью выслал эти кошечки прямо сейчас, но мне нельзя напрягаться. Для ребёнка вредно. Что с тобой, Вадим, по-здорову? Взрастить новую каргу в тишине покоя. А нет, сейчас же отдай мне девочку. Или что, бьешь меня? Трахать пальчиком, девчонка, конец. Вернусь снова еще сильнее, чем прежде. Женщина в положении должна нежиться в ванне. И нервничать из-за всякой ерунды. Я ставлю тебя на причине моей команды, дружище. Если тебе удастся выжить, держись подальше. Не то ванна берется худо. То есть квест со звездочкой ищет продолжение. А, так на самом деле это волшебная гномика. Причем бить по площадям нужно очень сильно аккуратно. Но вы понимаете, что у меня голодный вампир сосарен, который давно не сосал. А вы прям вообще ни о чем, гномики. Карлошенька. Со всеми мощами адское пробитие. Хотя, чем будем тратиться-то, господи? Метай и мечи. Ой, местных немножко убиваем. Совсем чуть-чуть. Это были не мы. Это была карга. Никто этого не видал. Самое смешное, что боцман у них настоящий. А команда только здесь. Как вы, однако, коллективно удобно стали. Плохо, что это местных накрывает. Ну ладно, электрическая Авада Кедавра. Чуть-чуть подсократили. Воу, куда ты побежал, болезный? Это еще очень сильно зря. А, даже не будем тратиться мощным, а сделаем пробитие. У Шедухард же тоже есть-то расовая элитистская обилка. Упс. Сосаренчик задача минимум. Просто добить парочку тупых ни о чем и гномиков. Можешь засосать. Yes. Карлашенька, задачка, в принципе, та же. Минус один. Ты не накоцанный. А тебя вечно накоцаем. Ишь ты, бежать они вздумали. Кстати, а карга-то, по-моему, здесь же сохранилась. Так, не задевай никого хорошего. А чё по Шедухарту прилетело? Там же не должно было. Не, ну наглая же гномская задница или гоблинская.
и снова это Эль. И куда же нам деваться-то? Меточка стоит, что написано на меточке? На меточке написано... Брось вызов тёточке Этель, найти ее сперва. Далече не уйдет. Страшная-престрашная женщина. Хотя же Шэдохард придется подлечить немножко. Вот она, дверь к подвалу. Тоже довольно банально. Карга в подвале. А в смысле что? Пожалуйста, еще раз. Это магический подвал, или мы не ту дверь выбрали? Не, погодите-ка, это фигневая магия получается. Что-то за обман такой. Брось вызов тетушке Этель. А, найти тетушку Этель нужно. А как нам ее найти? Шепчущие маски мы видим. Бимбу мы возьмем с собой. Слушай, боцман, мне еще не хочешь рассказывать веселого? Пролица не происходит, бардак устроила. Еще раз только подержись тут. Так, я дралась не с пенсами, а красной шапками. Че? Это такие островки уродцы. Слушай, мне ведь прям сказать, будто они бы вообще с головы не то. Магия тоже у него что-то такое есть. Извини, дружище, красный, это только что морда посетителей. Так, уходи отсюда, капитан Гризли Карга. Я даже видел, как она перегинулась. Я пытался вызвать ей кишки, она вонзила меня в свои когти. И он опять теряет память. Так, слушайте. Если там не там, и здесь не здесь... то вот где-то вот тутчики должно быть то, что нам нужно. Потому что вот она. Бросьте вызов тетушке Этель. А вот эти бочки просто просятся, чтобы мы их бимбахнули. Бимбах? Кто-то сзади ускользнул. Неожиданно не то. Окей, Дейзи. Расследование провал, но там что-то есть такое. А ну-ка давайте. Провал. Да в смысле провал у всех. Вон как все просто казалось, да? Это была магическая стена, нифига там за ней не было. Сосаренчик не надо. Это был честный мисклик. Слишком сжатое место. Сундучочек. Большое зелье лечения. Спасибо большое. Только здесь мы не пройдем. Может быть, здесь пройдем? Туда не попасть. Попасть еще как попасть. Все-таки замагичила, зараза. А ну-ка, лёты сюда. Да в смысле же нет же. Слушай, Сосарёш, у тебя же какие-то вампирские глаза. Ты же должен видеть вообще все немножко сверху. А стена-то не ломается. Че пишет нам карта? Что тетушка Этель где-то здесь? Что рисует нам карта? Что вот где-то здесь можно полетать немножко. Да, вот прям разрисовано просится там выход-то куда-то. Слушай, Карлов, задам глупейший вопрос. С разбегу и вперёдик, а?
Нет. Зато там немота начинается. Все страньше и страньше и страньше. А если не знаешь, что делать так, то бери Shadow Heart, бери еще более большую бабаху. О, или вот в эти двери зайди. Оказывается, все очень просто. Кто бы мог знать. Вот это проблема маленьких закрытых пространств. Так, Сосарион, одного тебя ждем. Родина требует героя. Давай, быренько, быренько, быренько. Пирожочек, пирожочек, запрыгнул, залез. Взломал дверку, все, красота. Взломать, атаковать, ясно, понятно. Фаербол. Ах, ты ж действительно что-то есть такое. Это сейчас не Минск ли, не? Маска отмщения. Да, не, вроде не он, юбочка другая. Ловушечки, как это было неприятно. Так, а вы злые или добрые? Вы злые, я вас понял. Долго думать мы не будем. До свидания. Чё, разговаривать с ними буду? Думаю, тоже. Так, что за такое? Стрела с бальзамом, отличить что? Не, лечить их точно не надо. Просто жмыхнем стрелой. И Карлах, у тебя же там тоже типа новый лук. Это шо ж за удар с помощью магического цита был там? Безоружный. Нас заниматили или чё? Влага. Импульс. Глубокая вода. Каких пубей мы не можем ничего сказать? Ну ладно, чё, последник, большая бабаха что ли? Большая бабаха. О, они мощные что ли? Сосарёнчик, два меча, в обе руки. Карлах, лук дерьмо, бросаем трезубец. Слушай, а карга их-то захимичила по-черному. А чем-то можно было попробовать с них снять заклятие. Может быть, это каргинское отвалилось бы? Ну, слишком они нас разозлили. Поэтому большая бабаха, пожалуй, что номер два. И ледиком заполируем. Ву, че требовалось доказать? Изи пизично. Одни закончились, чем других. Так, пряменько, 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 пряменько. Можно было туда вообще долететь. А остальные тупо доскакали. Боже, она здесь даже рыбу ловила. Какую-то мутную, страшную мутанскую рыбу.
глазики волшебные, чьи, что интересно. Ох ты, ёх ты, еще ловушка. Вообще не волнует. Немножечко отдохнем походным походом. И она почему-то не здесь. Хотя должно быть. Вон, гриб похож на яйцо чужого. Вот она, вот наша героиня. Наконец-то. Я тебе говорила, ты не можешь причинить мне вред. Не убей малютку Вандру. Я тебя оставила, так что сделай милость. Верши героический подвиг. Умри. А да, деточка, ты исходишь из странного понимания, что мне не наплевать на эту лулю-девочку. Ну, мне тащим-то еще наплевать. Поэтому, сосаренчик, я даже не знаю, как ты это сделаешь, ну давай. Нет. А где еще одно? Во-первых, что за грибы? Во-вторых... Гори не наводится. У, еще большая яма. Можно его в яму сбросить. Ясно, понятно. С тебя не зайдет. А давай скарлах начнем. Да, вроде бы это она. Так, да, зарядочка. И электрическая вода кедавра. Проявились такие заостранки. Половины жизни у нее уже нету. Карлашенька, только нежно. Целься в голову, как Таносу. Может, реально в яму сбросить, не? Ну, совсем-совсем. Сосаренчик, ну-ка, поднимись к канале. А ты не можешь, да? Ох, и неинтересный же ты. А, извиняюсь, и чё, и всё? То есть мы ее просто так добиваем, да? Обычным китайским фаерболом. Чё-то стремновато как-то. Или это была не она? Да, ну нафиг, это не был теневой клон. Ах ты ж хитрый же, это китайский обман-то. Блин, Карла Хвалцу превратили. Не, ну за такое мы тебя просто накажем. Глупая. А что ты обратно-то лезешь? Ты мне новую каргу угробила. Маленькая сволочь. Чё, всё-таки в яму, да? Или мы её порешали? Да, мы её порешали совсем. Вообще красота. Грибы, правда, остались какие-то волшебные жемчужные колокольчики, но это такое. Адским огнищем сделаем. И снимаем мы с нее зелье Ангисхаус. Но поднимешь талисман. Упрощает прохождение владельцам испытаний против смерти. И кучу всякого разного гетца того. А девочка-то где? В
прям стесняюсь поинтересоваться. Слушай, Карлаха, ты не долетишь до этого грибочка сама? Не долетишь? Тогда тупо стрели. А, мы тут бабахаем. Хотя особо и нечем. Минус грибочек. Вот еще один на один там где-то. Вон там в глубине. А еще Shadowheart. Задачка та же. Вопрос туда же. Смысл? Она ж зараза лечится от этих грибочков-то. Вон в чем подвох. Нет, девочку мы спасли, вон она. А девочку мы не спасли. Печалька. Возможно, стоило изначально добить грибочки. Ну вот кто же знал? Грустненько, и матери мы рассказывать не будем. Зато мы определили, какая из них настоящая. Так, и добить гребаный гриб номер 4. Нет, не вариант, да? Зараза, сейчас же перезарядится снова. А, еще Shadowheart, разрешаю юзать большую бабаху. Да, в смысле, большая бабаха не сработала. Зараза, возрождается же. Shadowheart. Что там остается? 55 дал. В смысле, он еще сам себя отличивает? А мы не достанем. Ох, ты же ех, ты Call of Duty. Хуже Валандеборта с крестражами. Вот, сосарен, сосни ее за жопу. Красавчик. Дважды. И чисто интересу для. Немножечко не пробьем. Пару фетра, если... А дважды мы его не использовали. А если мы толкнуть ее можем еще, не? Да, мы можем толкнуть раз. Ну, а зараза не толкается. А дым пары ветра. И она столько не сбивается даже паровым ветром. Печально. Уууу, ты думаешь, ты разделилась на много-много фракций, мы тебя не найдем, да? Во, по-моему, нашли. Да, закончились они. Ну, будем откровенны, ребенок, которого съела карга, имеет малый шанс на выживание. Слишком малый. Бедняжка, бедняжка Ванра. Устойчивость к огню, видение невидимого, воскрешения нету, поэтому беда печальна, мы с ней ничего не сделаем. А значит что? А значит делаем паузу, печалимся и встречаемся в следующем эпизоде.
Я же напомню про наш телеграм, дискорд и контакт. Ссылочка все там же. Всем удачи, до встречи и увидимся немножечко попозже.